Здравствуйте, дорогие друзья! Вы, наверное, по первым кадрам этого сюжета поймете, что за автомобиль у нас будет сегодня в обзоре. Вкусно! Значит, мы сегодня расскажем про автомобиль, который в свое время взорвал автомобильный рынок всего мира и задал новую планку вообще в автомобилестроении. Машину эту производили на разных континентах. Для многих наших подписчиков интересны именно праворульные варианты. Но сегодня мы поговорим именно о левом руле, потому что что левый руль, что правый, эти машины были примерно одинаковые и практически ничем не отличались. Ну, сейчас я пивну чайку алтайского травяного, доем этот пончик и продолжим. Так, у нас сегодня в обзоре Honda CR-V первого поколения. Это машина 2001 года выпуска. Как раз таки до первого года эти машины и производили. Значит, машинка очень была популярна в свое время и на многих континентах. Я помню, вообще мое знакомство с Honda началось именно с CR-V вот этого поколения, с праворульной. Вот. Тот автомобиль был 97 года, и как я помню, многие машины, вот именно CR-V того времени, приезжали к нам с какими-то обвесами, с кенгурином, там, с противотуманками. Все это очень шикарно смотрелось, было очень много хрома. Вот. И тот автомобиль был тоже такой же. У него был простой серебристый цвет, но вот благодаря вот всем этим ништякам, которые были установлены в самой Японии, та машина еще покупалась на рынке во Владивостоке. Ну, это было очень давно, я еще тогда школьником был. Вот. Но, тем не менее, машинка выглядела обалденно, и в нашем поселке все просто на нее оборачивались. И практически в то же время к нам в поселок также привезли леворульный аппарат, не помню какого года. Вот. Но смотрелся он совсем по-другому. Ну, вот у него как раз-таки отсутствовали вот эти все ништяки, и так же, как и здесь, не было рейлингов на крыше. В общем, машинка смотрелась бедновато, вот. Ну, хотя она была и леворульная. Вот. В общем, вот тогда-то и было мое первое знакомство вообще с Хондой. Вот. Автомобиль начал производиться с 95 года, начали его выпускать в Японии, ну а потом уже постепенно Европа, Северная Америка и так далее. Вот. До 12 месяца первого года ее производили, было там пару рестайлингов. Значит, чем уникальна эта машина? Я считаю, что первым, конечно, в этом классе была обычная наша советская Нива. Это был автомобиль без рамы, но с полным приводом, с большим дорожным просветом. Ну, а позже уже появились все остальные. Вот, в 94 году появился RAV4, который тоже по-своему растормошил этот рынок, да. Ну, а потом же через год и появилась CR-V. И, на мой взгляд, эта машинка гораздо удачнее, потому что у нее даже, ну, на мой взгляд, дизайн для того времени смотрелся, ну, выглядел очень-очень круто. И даже вот по настоящий момент неплохо эти машины выглядят. Вот. Ну, а RAV4, ну, вот, на мой взгляд, он немножко, конечно, проиграл в той битве. Вот. Ну, и плюс ко всему, конечно же, это очень грамотная устройство салона, об этом мы попозже поговорим. И плюс ко всему, эти машины были невероятно надежны. Вот. Очень хорошие у них характеристики в этом плане. Так, давайте, значит, сейчас посмотрим, что под капотом. Ну, а прежде скажу еще, что дорожный просвет 20 сантиметров. Плюс ко всему, тогда еще у машин не было очень низких свесов, как сейчас мы знаем, да, та же Mazda CX-5, у нее прям губа висит, современная машина. Но здесь углы въезда и съезда очень хорошие, поэтому, вот, несмотря даже на отсутствие какого-то полноценного полного привода, блокировок и так далее, эти машины в умелых руках показывали хорошие результаты на плохих дорогах. Так, ну, самое время заглянуть под капот. Был только один вариант двигателя, каких-либо альтернатив не предлагалось. Это, значит, рядный бензиновый четырехцилиндровый двигатель B20, двухвальный он и очень-очень надежный. Для Японии, для США, для Европы была разная степень форсировки. То есть поначалу для Японии было 130, если не ошибаюсь, для США 126. И
Вроде как некоторые владельцы говорили, что немножко не хватает мощности, и после рестайлинга этой самой мощности добавили. В Японии стало 150 коней, а в США 147. Вот здесь вот именно такой вот вариант. Это потому что рестайлинг. То есть после рестайлинга внешность особо-то и не изменилась, и никто этих изменений не заметит. Но вот именно по технической начинке там кое-какие изменения есть. Этот мотор никогда не обладал системой VTEC. Вот, но тем не менее он достаточно тяговитый, все же оказался, хоть и кому-то мощности этой не хватало. Автомат здесь установлен, четырехступенчатый классический, мог быть вариант также с механической коробкой передач. Вот, и плюс ко всему машинки некоторые были еще и с передним приводом. То есть когда CR-V едет по дороге, ты за ней пристроился и ты сразу можешь определить, с полным приводом она или нет. То есть задний редуктор, когда отсутствует, там прям такая дыра. Сразу понятно, что это передок. Вот. А что еще по технической части? Ну, полный привод здесь очень интересный. То есть в свое время он, так скажем, был практически революционным. Это сейчас уже мы все к этому привыкли. В общем, в то время системы полного привода, которые автоматически срабатывали, были, так скажем, классические, там вискомуфта установлена была. Здесь же Honda поработала над этим вопросом и сделала все, чтобы задний привод подключался намного быстрее, нежели у конкурентов, и у них это получилось. Вот. Но, тем не менее, вот слышал такое мнение, что бывало у кого-то на трассе, когда передок пробуксовывал на большой скорости, подключался задок, и машина уходила в неуправляемый занос. Если честно, сам не видел, но вот что-то такое когда-то слышал. Это, так скажем, для меня неподтвержденный факт. Вот, в общем, конструкция очень надежная, и даже вот несмотря на свой возраст, эта машинка чувствует себя прекрасно. Плюс ко всему, владельцы таких автомобилей говорят, что никаких претензий в этом вопросе нет. То есть даже стойки там отхаживают по 200 тысяч, к мотору вообще никаких нареканий. Коробка там, ну, немножко отстает от двигателя именно по надежности. А так, ну, конечно, автомобиль любит оригинальные масла. Тем самым вы продлите ему жизнь. То есть такие серьезные вопросы начинаются у владельцев с пробегами далеко за 200 тысяч. То есть несмотря на возраст, такие машины еще можно брать, но естественно нужно искать живой вариант. Вот. Кстати, по ценам. Вот данный конкретный экземпляр стоит 450 тысяч. И это не самая большая цена в Новосибирске на сегодняшний день. И что интересно, что левый руль, что правый руль стоят примерно одинаково. То есть передки, они, конечно, ниже 400, машины, которые уставшие, они тоже ниже 400 стоят. Ну а в хорошем состоянии полноприводные, они вот примерно 400, 450, там 470 есть, так они и стоят. Вот. Ну, я думаю, что цена оправдана, потому что конструкция надежная. И опять же, если вы найдете хороший аппарат, то будете ездить еще очень-очень долго. Вот. Друзья, мы, когда снимаем обзоры на наши автомобили, всегда говорим о том, что мы на свои машины даем гарантию и проверяем их на собственном СТО, проверяем юридически и так далее. В общем, что эти машины действительно беспроблемные. Ну, ради такого дела мы сегодня взяли инспекционные листы, которые сделаны в нашей компании. Начнем с того, что вот есть инспекция именно по технической части автомобиля. Машина 2001 года у нас. И на удивление автомобиль в родной краске. То есть это все проверено, все это здесь указано. Единственное, есть небольшая замятость на переднем левом крыле. Но это мы тоже как бы не скрываем, не шпаклюем, да, показываем как есть. Не работает водительский стеклоподъемник. Это вот все отметки нашего диагноста. Также есть вопросы по датчику давления масла, его нужно заменить. Так, передняя крестовина кардана, ее нужно заменить, и немного потеет прокладка поддона. Вот это как бы все замечания по технической части к этой машине. Вот, то есть вот такой вот инспекционный лист, здесь точнее три листа, все это передается новому хозяину. Ну и вообще люди смотрят все это дело, прежде чем машину приобрести. Ну и таким образом им проще принять решение о покупке. То есть мы ничего не скрываем. Последний пробег, который был зафиксирован на этой машине, был ровно 200 тысяч. Вот, видимо, машинка проходила техосмотр или что-то подобное, да. Вот, то есть в автокоде эта информация есть, она подтверждена. Ну и есть также информация там по ДТП. В общем, кстати, вот история пробегов здесь вот указана. Все по чесноку, как говорится. Вот. Ну, конечно, кто-то сейчас напишет, что сплошная реклама,
пишите, ребят, комментарии очень полезны для развития канала, потому что YouTube все видит и все фиксирует. Вот, так что пишите там лайки, дизлайки, это обязательное дело вообще для наших зрителей. Вот, и последний лист — это проверка, обычная проверка сайта ГИБДД, то есть здесь подтверждается первый год, цвет там, ну, в общем, вся информация, вот два владельца. Реально два владельца у машины было. И каких-либо ДТП здесь не зафиксировано. Плюс ко всему информация с нотариальной палаты по поводу там задолженности каких-либо или кредитов, обременений банка на машину. И судебные приставы тоже, вот информация-то есть. То есть последний владелец здесь указан. В общем, к машине вопросов нет. Мы таким образом говорим вам о том, что машина честная, и даже если у нее есть какие-то изъяны, то мы об этом не умалчиваем, а показываем, говорим. Вообще, если машина к нам попадает и на ней у нее есть какие-то проблемы, то она возвращается обратно к поставщику. Вот. Таким образом мы как бы фильтруем машины, и что попало к нам не заходит. Итак, все мы знаем, что Honda отлично прорабатывает свои салоны, и даже тогда, уже в 95-м году, когда они только начали эту машину выпускать, с этим делом у них было все в порядке. Значит, для многих тогда было открытием, что дверь здесь не цельная, что она открывается вот частями, и плюс ко всему, что вот именно нижняя часть открывается в сторону. Это все сделано на японский манер, потому что у них движение там левостороннее, и им вот так вот удобнее. Но по миру машина поехала вот с той же самой конструкцией, никаких отличий. Багажное отделение достаточно вместительное. Здесь у нас столик прячется фирменный, который вы видели в начале этого сюжета. А под ним еще очень много полезного пространства. То есть вот машины, которые праворульные, вот левый руль я почему-то не замечал, а вот именно праворульные машины были также без запаски на двери, и запаска пряталась уже здесь. Соответственно, мы теряли вот это пространство, но вид у машинки был другой. Вот кому как нравится. Так. И дальше у нас сиденья складываются. Чтобы у нас получился ровный пол, нам нужно убрать подголовник. Сейчас я продемонстрирую. В современных машинах второй ряд сидений складывается в отношении там 1:2. А здесь просто пополам. Так. И таким образом машина становится еще более вместительной. Так, чтобы нам опустить спинку, нам нужно поднять саму сидушку, а потом уже опускать спинку. Ну, вот что мы имеем. Здесь, конечно, прям, ну, неровная поверхность, но тем не менее вот эта дыра прикрыта, все очень крепкое, железное, никакого пластика здесь вот в конструкции. И, кстати, можно посмотреть, как выглядит, как вообще сохранился кузов здесь, все замечательно. Вот, ну, в общем, вот так вот все у нас и получается. То есть можно даже спать, если сильно приспичит. Ну, короче, по месту здесь все в порядке. Вот так, сейчас поднимаем, убираем. Вот еще, кстати, есть некоторые моменты, некоторые вопросы к кузовному состоянию, да, вообще у таких машин. То есть некоторые говорят, что есть проблемы по коррозии. Действительно, это так, и в первую очередь ржавеют именно задние крылья в районе арок. Вот, ну, здесь вот эта беда машинку обошла стороной, то есть это все подтверждено проверками. Но вообще вот та ЦРВ 97 года, японская праворульная, про которую я говорил в начале, у нее, ну, под конец эксплуатации у того владельца коррозия маленькая пошла. Вот, поэтому такая вот беда у них есть. Вот, ну, в общем, багажник хороший, столик есть, очень важный атрибут. Так, ну и давайте сейчас присядем назад. Кстати, нам недавно написали комментарий, просили нас снять наш шоурум, как он вообще выглядит, что там есть и так далее. Вот, ну, как мне кажется, это, наверное, не всем интересно, но, в принципе, для нас это несложно сделать такой сюжет, и нам нужно понимать, вообще интересно это нашим зрителям или нет. То есть давайте сделаем так, пусть это видео наберет там, ну, сколько, пусть будет 500 лайков за 3 дня с момента выхода этого ролика, и тогда мы сделаем такой сюжет. Ну, покажем наш шоурум,
все, что там имеется, какие машины, покажем наших ребят, в общем, пробежимся, я думаю, что-то там можно показать, вот. Так что эти лайки не для того, чтобы поднять наши рейтинги, а просто именно для того, чтобы нам понять, нужно это видео или нет. Вот, так что давайте наберем 500 лайков за 3 дня. Так, ребят, я нахожусь на заднем сиденье ЦРУшки нашей. Специально снял куртку, чтобы не было проблем со звуком. Вот, значит, здесь очень просторно. И кажется, что даже просторнее, нежели той же ЦРВ третьего поколения. Ну, наверное, по ширине эта машинка, конечно, проигрывает. А в целом очень здесь много пространства, нет тоннеля. Он вообще отсутствует. И есть проход между передними сиденьями. Здесь у нас столик, который можно сложить, и можно будет уже тогда гулять. Значит, подстаканники здесь спрятаны в дверях. Сейчас производители делают как? То есть они пластик делают сразу такой формы, чтобы можно было туда ставить стаканчики или бутылки. А здесь же вот именно такая закрывающаяся штучка. И с зажимом есть подстаканник. Вот, здесь якобы такой пластик, но он мягкий. Очень интересно. Огромный запас над головой. Сидушка эта не двигается никуда. Ну, как она складывается, вы уже видели. Вот, и есть подлокотники. Сразу 2 штуки для пассажиров. Тоже очень удобно. Салон здесь кожаный. И вот на удивление, несмотря на свой возраст, кожа сохранилась неплохо. То есть она, конечно, не новая, не идеальная, но водительская сидушка не продавилась. То есть это говорит о том, что материал очень качественный. И вот в то время делали очень-очень хорошо. Ну а так, конечно, здесь каких-то опций не имеется. В современных-то машинах для задних пассажиров ничего такого дополнительного не делают. Ну а в автомобиле, который разрабатывался еще в начале 90-х годов, ну тут как бы глупо чего-то ожидать. Вот, ну, места хватает, места есть. Все здесь замечательно. Вот, кстати, таким вот образом поднимается сама сидушка, и потом уже наклоняется спинка. Вот. Тут все это дело можно пристегивать, чтобы не болталось. Вот, так что вот можете сами оценить. Я, кстати, сейчас сижу сам за собой, 180 сантиметров рост мой, напоминаю, и можно ноги просунуть под сиденье переднее, так что места хватит всем. И втроем здесь даже будет достаточно комфортно ехать. Просто сейчас современные машины очень сильно нагружают пластиком по салону, и все это очень такое раздутое. Ну а здесь вот еще все по старинке сделано, ну и за счет этого сохранился хороший объем. Вот, так что идем дальше. Ребят, сейчас мы поедем кататься на этой машине. Ну вот мы нашли в бардачке сервисную книжку. Ну, не от официального дилера, конечно, а от одного из известных сервисных центров по Хонде именно у нас в городе, в Новосибирске. То есть машина как с Америки пришла, она только по Новосибирску ездила. Вот, ну и здесь, собственно, история обслуживания этой машины, по-моему, с 2011 года. То есть это такой будет приятный бонус следующему владельцу. Вот, то есть все здесь заполнено. В бардачке все заказ снаряда, все имеется, тоже такая пачечка увесистая. Вот, в общем, кто возьмет, тому повезет. Ну что, друзья, мы за рулем. Автомобиль хоть и не новый, но в целом ощущения интересные. Вот, здесь очень много места для водителя, отличная обзорность, потому что стойки достаточно узкие передние. Места для ног хватает. То есть для меня очень важным в автомобилях является то, как я смогу здесь расположиться. И когда слева, ну, для любой ноги есть какие-то выпирающие элементы, которые мешают ноге как бы здесь располагаться, то я сразу на это обращаю внимание. Здесь благодаря тому, что рычаг КПП расположен на панели под рулем, такого дискомфорта здесь нет. Дизайн, ну, это классическая Honda 90-х годов, ничего здесь не раздражает, пластик, естественно, жесткий, но выглядит он очень даже приятно и в настоящее время. То есть многим можно поучиться сейчас. По комплектации здесь, естественно, нет каких-то супер опций. Единственное, что есть круиз-контроль, полный электропакет, и вот они очень грамотно сделали, что убрали управление стеклами с двери на панель. То есть они здесь освободили место, это позволило сделать дверную карту, вообще вот эту пластиковую, тоньше,
Вот, ну и тем самым, опять же, высвободить место для водителя. Шумоизоляция здесь, естественно, слабая. То есть это первое, на что обращаешь внимание. Управляемость хорошая, легкая. То есть, ну, машина, конечно, разрабатывалась давно, и сейчас уже совершенно другие стандарты вообще в построении автомобилей. Но, тем не менее, вопросов каких-то таких серьезных к машине нет. Места полно, движок достаточно тяговитый, как минимум для города. Обзорность отличная, багажник большой, можно много увезти. Вот. Мотор слышно очень хорошо слышно мимо проезжающие машины. У нас здесь щиток приборов американский, поэтому большими цифрами обозначены мили в час, и немножко путаешься поначалу, а километры в час они написаны маленькими такими незаметными циферками, поэтому нужно привыкать. Сейчас будет небольшая попытка ускорения. Не в пол давлю. Нормально едет. Я давил газ не в пол, специально, но разгон все-таки достойный, несмотря на то, что и от 147 лошадок здесь, наверное, уже 100 осталось в реальности. Для города вообще в самый раз будет. Я думаю, что по трассе, если будет ехать там вдвоем, втроем, тоже будет хватать. Вот шумка, конечно, очень слабая, мне приходится говорить громче, чем обычно. Хотелось бы еще сказать о том, что немало разных ящичков, куда можно раскидать мелочевку. То есть здесь вот на панели они есть. Сейчас не буду от дороги отвлекаться. Очень вместительный бардачок. Столик вот этот складывается очень просто. Можно уже здесь гулять. Вот. В общем, вещь очень нужная. И в современных машинах, конечно, такое встречается очень редко. Здесь подлокотник отдельный. И это позволило как бы вот такую штуку сюда поставить. Вот. Вот даже тогда хондовцы отлично проработали машину. И, конечно, сейчас мне уже трудно вспомнить те эмоции, те ощущения от машины, которая была праворульная, я вам рассказывал. Вот. Но я думаю, что тогда это была просто бомба, учитывая, что много было машин тогда советских, да, российских, советских. И вот на иномарке тогда просто смотрели на машины как из другого мира вообще. Вот. И я думаю, что тогда это была просто бомба. Вот. Очень универсальный автомобиль, который позволял с очень большим комфортом передвигаться по разным дорогам. Ну а учитывая, что у нас дорог-то зачастую и нету, и вот полный привод, как раз таки подключаемый, он позволял уже как бы выбираться куда-то, да. То есть если раньше человек ездил там на Жигулях, на Копейке, там на шестерки там задним приводом и как бы тоже неплохо так проезжал по грязям, то вот на этой машине он уже мог себе больше позволить. Плюс ко всему автомобиль в разы надежнее, плюс в разы вместительнее, да и вообще как бы уровень комфорта в этих машинах совершенно другой. Вот, так что еще раз скажу, для своего времени эта машина, конечно, была вообще космическая. Ну что, друзья, будем делать выводы. Машина мне очень понравилась. Я, конечно, с ней знаком уже давненько, но это было прям реально давненько. Машина классная, несмотря на свой возраст, она отлично себя чувствует. И вот если вы обладаете бюджетом там в районе 400-450 тысяч, я сейчас говорю именно о Новосибирске, то это будет очень достойным вариантом, потому что, в принципе-то, покупаете много надежного автомобиля за адекватные деньги, то есть эта цена, она действительно обоснована. Вот. Если найдете вот живой вариант с настоящим пробегом, как в данном случае, то машина будет реально долго еще служить, просто обслуживайте ее правильно, заливайте оригинальные масла, и горе вы знать не будете, это я вам гарантирую. Вот. Но эта машина Everdame Import продается в Новосибирске. Вы можете ее приобрести в кредит за наличные, можем с вами поменяться. Плюс ко всему, мы даже меняемся с нашей доплатой. Вот. Так что рассмотрите такой вариант тоже. Про диагностики я вам вначале уже рассказал. То есть инспекционные листы вы видели. Мы все это дело
проверяем и, конечно же, показываем всем нашим клиентам. Ну все, будем заканчивать. Обязательно ставьте лайки, потому что это очень важно для развития канала. И я думаю, что эта машина вам понравилась, и поэтому тоже нужно поставить лайк. Ну и плюс ко всему, мы еще сказали про 500 лайков за 3 дня, и тогда мы сделаем такой обзор не автомобиля, а нашего вообще шоурума, нашей компании. В общем, я думаю, это будет все-таки интересно. Вот. Ну все, всем пока. С вами был Ян Симаков, проект «Первый видеоавторынок». Пока.